Добрий вечір, пані та панове. В цьому відеоролику хочу розказати очевидні речі, про які ви чули вже давним-давно з різних утюгів, як то кажуть в народі. Як розбагатіти? Коуч і бізнес-тренер Артур зараз вам розкажуть. Значить, перше – це ваше оточення. Звільніться від оточення, яке тягне вас вниз в болото, і зразу ви злетите. Друге – це ваші установки. Ну, установки – це понятно, що установки робить оточення. Третє – це, звісно, треба мати мозги здорові, щоб заробляти гроші. Четверте – бажання. П'яте – мотивація, ради чого ви це робите. Тобто, якщо у вас немає мотивації, то, в принципі, навіть якщо будуть всі чотири ці попередні пункти, то нічого не вийде. Причина, ради чого ви це робите. І шосте, найголовніше, ви повинні бути впевнені, що те, що ви заробите, воно у вас залишиться. Тому що, якщо ви будете заробляти і не будете впевнені по-русски в сохранності заработаного, то смисл зарабатувати, звісно ж, ви не будете заробляти, тому що у вас завтра його відберуть. И смысл тратить свои силы на заработок того, что у вас потом не будет. Ну, естественно, как бы это очень логично. Поэтому я бы так сказал. Место, время влияет на заработок. Окружение. Ну, это своего рода тоже место. Это вот... ну, вот, короче... ну, желательно, чтобы никто палки в колеса не вставлял. Потому что, знаете, как бы, бывает, тебя никто не трогает, не замечает. Ты себе работаешь тихонечко, зарабатываешь бабки, преуспеваешь, успешный и хорошо себя чувствуешь. А бывает, когда, как сказать, тобой все заинтересованы и начинают вставлять палки в колеса. Нет, конечно, бывает и помогает. Я это тоже, как бы, ну, как сказать, не отрицаю. Но бывает и вставляют палки в колеса. И вообще, как сказать, я люблю работать, когда на меня никто не смотрит. То есть, когда за мной наблюдают, знаете, как вот это ощущение, как вроде бы я в каком-то аквариуме нахожусь, знаете, какое-то шоу за склом. И ты работаешь, а за тобой наблюдают. А что же он там делает? А как же он зарабатывает денежки? А как же он это вот... А что же он будет дальше делать? А что он сделает сейчас? А что он послезавтра сделает? А что же он, чем он занимается? А куда он все кому звонит? А что, как он зарабатывает? А какой у него бизнес-план? А чем он будет заниматься? Когда вот это нет этих ебаных надзирателей, намного проще работать. А вот эти надзиратели меня уже заебали, так что идите нахуй.